Мое почтение, игроки Vampires and Puzzles. Сегодня будем совершать призывы игроков 4 сезона. Посмотрим, что у нас из этого получится. Хочется немножко поколдовать. Пока у нас не выкладывается ничего подробного, я сейчас поколдую и вернусь к вам. Итак, я с вами. У нас получается 1, 2, 3, 4, 5. 5 пятерок подряд. Сейчас мы выполним 22 призыва за монеты. И если ничего толкового у нас не выпадет, тогда уже сделаем 2 призыва по x10. Итак, понеслась. Первый у нас... Зилалей. Ну, этот герой у меня уже был в коллекции. Очень хочется вытащить все-таки пятерок. Смотрим дальше. Ганджу. Только что достал его из 21 лагеря. Очень хотелось бы еще вытащить что-нибудь. А, у меня до сих пор нету героя месяца. Так что очень надеюсь, что мне в этом призыве повезет и на него. Кремс. Третий герой у меня уже такой. Смотрим дальше. Тетах. Не помню, чтобы он у меня был, так что это очень хорошо. Элло. Был уже мальчик с селедкой на голове. Гриффин. Вот очень хотел этого героя вытащить. Он мне очень понравился по описанию. Идем дальше. Опять Элло. Ну, на корм пойдет, товарищ. Смотрим дальше. Соня. Ну вот, регуляры бы, конечно, сейчас не хотелось получать. Второй Гриффин. Ну, не знаю. Посмотрим. Одного прокачаю. Если этот не пойдет нормально, то тогда на корм. Открываем сундучок. Четырех... Ну, компас. Так себе, конечно, результат. Идем дальше. У нас еще 13 призывов. Гремпс. Он у меня уже есть. Кстати, очень хороший персонаж. Мне очень нравится. Немногие сейчас обладают возрождением. Ну, для троек очень долго-долго. Что у нас здесь? Спасибо. Отец Тук, который долго появлялся. Так. Ожидание. Фиолетовый. Морис. Ну, кротик тоже у меня уже был. О, бонусный раунд. Спасибо. Маликны у меня не было. Вот за Маликну огромное спасибо. Играем дальше. Гремс. Опять Гремс. Хороший, конечно, но уже хватит. И хочу пятерок. Опять что-то долго выходит. Кто-то у нас. Кто у нас долго выходит? Сабина. Ну, тоже так себе регулярочка. Что-то ни одной пятерки у нас пока нету из ивента. Хочется как бы получить именно их. Что у нас здесь? Морис. Кротик у нас уже был. Идем дальше. Очень хочется еще красную четверку вытащить. У меня ее пока нету. Вот. И из имеющихся пятерок у меня только доктор Мора. Смотрим, что у нас здесь. Ракомуш. Ну вот, красная четверка захотела, но не совсем та. Там еще есть одна карта, которую сейчас очень хочется поймать. Азар. Нет, не то. Открываем сундук. В сундуке у нас кости дракона и щит. Ну, все, трехзвездочное. Ладно, идем дальше. У нас здесь опять Морис. Что ж такое? Прям какая-то подземная армия наклевывается. Гремс тоже был. Уже даже за этот призыв не один раз. Смотрим. Вален. Ну, корм. Тоже пойдет. Что ж, что мы имеем? У нас очень хороший расклад. Мы попробуем попризывать на Докторе Мора. x10. Понеслось. Все-таки не теряя надежду поймать какую-нибудь пятерку ивентовую. Кроме Доктора Мора, потому что он у меня уже есть. Царь обезьян. Элло. Ну,
рыбная флотилия. Регулярочки подъехали. Опять Ганжу. Валерморг. Поппи. Карил. Или Карил. Зиллей. Ну, уже была она у меня. Что ж, ничего не получилось. Открываем сундук. Компас. Трехзвездный. Так, ну, делаем последний призыв. X10. И посмотрим, что у нас будет. Так, медленно, медленно, медленно. Элло. Гуннар. Ну, регулярки опять на корм. Опять Элло. Фригас Фок. Вот. Пятерка ивентовая. Это очень хорошо. Лиана. Лиана у меня не было. Это огромная. Вот. Просто доволен этим. Это я не знаю. Вот слов нету. Прям такие персонажи, которых очень хотелось. То есть я и Маликну вытащил, и Лиану, и пятерку ивентовую. Это офигенно. То есть вот Фрегас Фок. Давайте посмотрим. Какой красавец. Что он у нас? Убирает усиление, наносит 400. Ну, шотер. Зеленый. Вот. А очень жалко. Элизабет, конечно, не было. Гриффин у нас выпал. Валерморг был. Зилай Лейл был. Ракамуш. Моррис. Вот профессор Линдербург еще бы хотелось. И вот я Мэка очень искал. Вот, Мэка. К сожалению, Мэк мне так и не выпал. Ну, будем искать его потом. Посмотрим, что у нас в сундуке. Корень и ловушки. Кстати, вот мне как раз-таки инструмент для ловушек одного не хватало для перерождения. Ну, на этом все. Огромное спасибо, что посмотрели. Если понравится, по лайкам определю, будем это потом дальше записывать такие видео или нет. Всем спасибо. Пока.